Рождество – один из самых главных христианских праздников. В западной традиции праздничные богослужения начинаются вечером 24 декабря и продолжаются весь последующий день. Католический храм Пресвятой Девы Марии в Баку собрал на праздничную мессу десятки верующих. Взрослые и дети пришли поделиться друг с другом радостью наступившего чуда. На праздничные рождественские богослужения в храм верующие стараются прийти всей семьей. Этот праздник символизирует рождение Иисуса. Я очень рада и желаю всем счастливого Рождества, ведь пришел Иисус и принес свет в наш мир. Мы молимся вместе, всей семьей. Хотим, чтобы и наши дети пошли по этому пути. Согласно библейской истории, в этот день в небольшом городке Вифлееме произошло чудо. Родился Сын Божий, Спаситель Иисус Христос. На Рождество в домах и храмах наряжают хвойные деревья, символизирующие вечную жизнь, и поют рождественские песни. В Азербайджане и на Филиппинах очень разные культуры, но я очень счастлива, что я здесь и могу отмечать Рождество в храме. Это праздник добра, любви. Он напоминает нам, что по возможности нужно стараться помогать друг другу. Христианство в Азербайджане зародилось еще в первом веке нашей эры. Сегодня в стране действует один католический храм и 6 православных церквей. Азербайджан дважды посещала делегация из Ватикана во главе с Папой Римским. Сегодня в стране, где испокон веков в мире и согласии проживают представители разных народов и религий, царит атмосфера мультикультурализма. А поздравлять друг друга с религиозными праздниками здесь принято вне зависимости от вероисповедания. Лейла Курбанова, Сеймур Гулиев, CBC.